Всем привет! Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, желаю всего хорошего и здоровья. Ну ладно, ну что ж, погнали делать реакцию все-таки. Всем привет, с вами ваша новая королева, богиня Милана, супер-няшка. Да, вы должны мне подчиняться, я ваша новая королева мира. На новость! Вау, прям удивляет! Какая-то уже по счету, я уже даже сбилась. Да. А вы все идиоты. И вы недостойны быть сейчас вообще со мной общаться вообще. Стопэ. А что ты сейчас делаешь? Ты же как бы снимаешь видео. Ты же нам это говоришь, значит, ты с нами общаемся. Вау. И да, если вы на меня не подпишетесь. Я вас убью. Вот этим вот молотом. Если вы на меня не подпишетесь, я убью вас этим молотом. И новые болезнь, когда исчезают зрачки, а радужка глаз становится другого цвета. О, а от этого интересно, уже вакцины есть. К счастью, надеюсь, что вы этим не заболеете. И да, Бенди мой парень. И сейчас я вам это докажу. Бенди, докажи, что ты мой парень, быстро. Конечно, моя королева, я твой парень. Она лучший, кто на меня не подпишется, мы вместе вас убьем. Докажи, что ты меня... Вполне приглашу вас на чай, вполне приглашу. Всех жду, принимаю. Любишь? Конечно, моя богиня, я тебя люблю. Вот, видите? Быстро подпишитесь на мой канал и ставьте лайки. Иначе я вас убью. Я тебя порву. Всем пока, идиоты. Ну, короче, потрошилась она где-то 5 из 10, а мы погнали дальше по просьбе одной особы. Я буду задерживать, погнали. Всем привет, мои дорогие поклонники, фанаты, мужья, парни. И с вами я, няшка, милашка, суперфокс, герл, тя. Зелено лучшее приветствие, которое я слышала. Прям всех поприветствовали. Я ставлю приветствие у лайка, ну гениально. И сегодня... Я с моим парнем Сантиком пойду в самую лучшую пиццерию в вселенной. Да, Санс? Да, конечно, ладно, я пал гордя, мы будем в самую крутую пиццерию. Чисто рэпчик, йоу, я с твоей королевой вселенной иду в пиццерию, йоу, кошмар, споет рэпчик. Да я не умею петь. Ну все, идем, да? Да. Дорогая пиццерия, пицца во всей вселенной, Санчик. Как по мне, она очень странная. Она похожа на корочку, на которую положили помидоры, горох и кукурузу. Она не очень вкусная. И вообще она недостойна такой крутой пиццерии. Она должна быть сделана из золота, как по мне. А мне нравится этот лимонад, который совсем не похож на пиццу. Действительно, абсолютно не похож, прям видно. Прекрасно. Гениально просто.
Это лучшее, что я видела определенно. Просто гениально. Ива. Там идет очень красивый парень. Он точно должен быть моим. Он самый вообще красивый. Я убью каждого, кто захочет с ним быть. Признайтесь, вы тоже приходите в пиццерию не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы найти парня какого-нибудь красивого и сказать, как он красивый, и то, что он должен быть со мной. Какой-то тупой мангал подходит к моему Санчику. Бедная мангал стала не мангал, а мангал. И почему-то еще в мужском роде. Гениально просто. Хотя мангал нет пола, ну и ладно. Ой! К моему Фоксику! Он будет только моим! Я должна ее убить! Ря, режим Яндели включен. Вот черт! Они сейчас подерутся. Эй, ты! Что ты делаешь рядом с моим парнем? Он будет только моим! От него. Он будет только моим. Но ты вообще какой-то тупой человек. А я лиса. И он тоже лис. Поэтому будем вместе. Понятно? Дуря розовая. Ах ты. Как тебе вообще смеешь меня оскорблять? Я же няшка, милашка, супер, фокс, герл, чан, крылья вселенной. И вообще лочу тебя, дура! Заткнись! Ты просто все напридумывала, ты никакая не королева! Ты просто тупая тупица! Понятно? Вообще дура со сковородкой! У меня с собой ножи есть! Я тебя убью за такие слова. Он будет только моим. Нет, это я тебя сейчас убью. Понятно? Нет, ты не убьешь меня. Я тебя еще не дооскорбляла. Девочки, мангалы и няшки, вернят. Может быть, вы будете не драться друг с другом, пробуйте на проблему мирным путем. Может, зачем вам вам этот фокс? Зачем вы за него деретесь? Ребята, давайте. А сам с дела говорит, только жалко, что в нашем мире все так и не лишается, потому что все будет лишаться ногами у нас. На школе просто избивает ногами всех. Смотри, к моему самому лучшему новому парню подходит какая-то желтая курица. Что он теперь делает? Он общается с этой тупой курицей. Да, какой же он мудак. Мангал, а давай мы будем встречаться вместо этого. Это тупой лисы. Да, давай. Это просто шедевр. Меня так прорвало с того, что вот давай будем вместе встречаться вместо Фокси. Меня с этого просто прорвало. Я ставлю этому ролику, я не знаю, как потрушевости, но это просто смешно. Чисто гениально. Всем привет. С вами Юнитян. Сегодня у нас будет первая брачная ночь с Фиком. С
Стопай, когда я уже успела все пропустить? У вас что, уже была свадьба? Офигеть. Ну ладно, смотрим дальше. Так, для начала нужно подготовиться. Я готова. Будем искать, потому что мне было для него. Все. Спустя ночь. Ну все, давай. Так, наконец, брачная ночь закончилась, пора одеваться. Так, теперь одеваем кофточку. Ну все. Брачная ночь наконец-то закончилась. Всем пока, мои дорогие подписчики. С вами была Юнитяна Лоб. Мда, какой трэш. Я ставлю этому ролику 100 000 минус из 10, потому что это какой-то кошмар. Ну ладно, мы погнали дальше. Всем привет. Ой. Всем привет! Меня зовут Милашка Тян Красивая. Я хочу сказать, что Достоевский, Дазай и остальные лошары мои парни, понятно? Если вы их захотите забрать, я вас убью нафиг, поняли, твари? Спокойнее, спокойнее, мы нормальным голосом понимаем. Ребят, не пейте много детского шампанского, потому что иначе будет вот это примерно. Только не смейте к ней приближаться. Только попробуйте к ним подойти. Я вас на кол посажу, поняли? Вообще, шары, вы не это, не доноски. Слушайте доказательства их. Ребят, скажите, что мы пара. Мы, кстати, скоро все поженимся, да, понятно? О, конечно. Кто-то... милая, мы, конечно же, пара. Если кто-то другие не верят, то... Да, знаю, вообще обосрашь. И почему, я не знаю, почему милашка моя с ним сошлась. Ой. И вообще, если кто не верит... Можете не верить, просто вы дебилы. Но тут уже ничего не поможет. Уже все, тут уже все уже просто. Я не знаю, как это лечить. Кошмар. Даже до него добраться. Да, мы пара с милашкой. И всегда будем. Даже старатель это подтвердил. Мы скоро поженимся. Мы, конечно же, пара с моей милой дамой. Нет, ребята, я ошибалась. Вот это уже не лечится, это уже, я не знаю, Санс, что с тобой стало? Объясните мне кто-нибудь, что с тобой? Вот, кто не верит, у того будет плохое время. Санс, судя по твоему внешнему виду, это у тебя плохое время, потому что, блин, держись, Санек, держись. Все будет нормально, скоро же Новый год все-таки, да? Да! Мы с милашкой, конечно же, пара! И мы все всегда будем встречаться, и поженимся, и будут у нас дети, понятно? О, конечно же, милашка, Тян, моя пара! Ой, девушка, и кто не верит... того мы и забьем...
Мы пара с Милашкой Тян. Мы всегда будем с ней встречаться. Я использую ульту на вас, если вы не поверите. Мы с Милашкой, конечно же, пара. Можете не верить. Просто я использую на вас свою причуду. Ой. Способность. И вас уничтожит с миром. Мы, конечно же, с Милашкой пара. Я приглашаю всех в пиццерию, тех, кто не против нас. Мы будем там жениться. Мы с Милашкой пара. И вообще, я вам морду набью, поняли? Вы вообще, короче, ложки, понятно, все. Скибиди-доп-доп. О, господи, только не эти тупые скибиди-туалеты. Они меня уже достали, я серьезно. Боже, за что это? Доп, ес, ес, скибиди-дабли-дип-дип-дип. Скибиди-доп-доп-доп, ес, ес. Скибиди-дабли-дип-дип-дип. Вот! Это все мои парни, мы скоро поженимся, поняли? Не верите? Не верьте, все, рты закрыли и пока, ложки. Это кошмар, я ставлю чисто минус 100 из 10, потому что у меня слов нет. Ну ладно, погнали дальше, что уже делать? Твари обрыганы, я ваша новая королева, через несколько дней я превращусь в мега-супер-пупер-вселенную. И короче, меня зовут Эмма, а год такая... крутая самая. И у меня еще мусс. Вот, смотрите, это Спрингтрап. Привет, привет, мои хорошие ребята. Я надеюсь, вы не обижаете мою милую Эммочку. А то просто, ну, это... ну, как сказать, я очень люблю. Спрингтрап, тебя определенно жизнь потрепала. За что тебя так? Боже мой. Эх, жизнь. У тебя Эммочка, моя любимая Эммочка. Сейчас, подождите, сейчас. Намажу какие-то кисти, блин. Простите, пожалуйста, недоноски, обрыганные твари, тупые суки. Сейчас. Я тоже тебя очень люблю, мой любимый. Знакомых с Джексом. Это Джекс. Эй, привет, моя любимая кроха Симпапуля. Чувствую, Джекс скоро реально сопьется, походу. Блэд. Да почему опять? Как тебе дела? Эй, привет, ребята. Это моя крошка Симпапулька. Я ее очень люблю, пожалуйста, не бейте ее, если вы меня ее убьете, я зарежу вашу семью. Зарежу вашу семью. С Картункой этом знаком. Привет, я Картунка, я ее тоже люблю, я ее муж. Моя Симпапулька, привет. Привет, любимый. Ну вот, это были все мои мужья, короче. И сейчас я буду доказательства первые. Во втором видео будут другие. Ну что ж, доказательства. Давайте, это были все лекарства. Ну все, пока. Недоноски, обрыганные мрази. Я чисто не знаю, как это описать, у меня слов нет, поэтому просто погнали дальше, побыстрее. Всем привет, с вами я, Алиса Тян. Айо, а что это у нас рисовочка, нифига себе. Блин, а потом мне говорят, что это не она рисовывает, это все ты дура тупо, чтоб ты вздохла. И я хочу вам две сказать очень хорошие новости, вы обрадуетесь. Первая новость. Я буду перевоплощаться в королеву. Вторая новость. То, что Фредди мой парень. Вау, новая болезнь. Теперь кожа становится темной, появляются крылья непонятно откуда. Вау, уже страшно. Что следующее непонятно? И кто не верит, того я ночью убью вместе с Фредди. А так я...
я вам дам доказательство, почему, то есть... почему мы с Фредди пара? Ну, то есть, он вам докажет, что мы пара. Фредди, иди сюда! Да, что такое, дорогая? Скажи, что мы пара, а то они не верят еще. Ладно, мы реально пара, и, ребят, прекратите меня шиперить с кем-то там, не знаю, с кем вы меня шиперите, с Чикой там, с кем-то еще. Я Чику не люблю, я только люблю Алису Тян. Вот вы любите приходить к охраннику, устраивать ему передачу «Спокойной ночи, охранник». В офис идти. Вот-вот. И вот еще второе доказательство. Вот здесь вы все поняли. И да, кто поставит дизлайк, того я убью ночью, пока вы будете спать. Надеюсь, вы все поняли. Всем пока. Ставить я уже не на что. Ну да, это еще не конец. Я, пожалуй, растяну еще на 30 минут, поэтому ролик еще не заканчивается. Ура, наверное. Всем привет! Я беременна от Джекса, да! Я беременна! И я сейчас покажу мои снимки. Такого поворота не ожидал никто, включая меня. Чего? Как? Почему? По какой причине? Непонятно. Иди, покажу мои в конце видео. Джекс! Я беременна! Звони там, побыстрее, побыстрее! Я родила, смотрите на моих детей. Это Джекса, она вылазит, и у нее отрастие от ушки. Сейчас мы пришли как-то, вот так. А это... Бедные дети, в какой дурдом они попали, это просто кошмар. Да уж. У меня просто слов не подается, как она родила детей от него. Мой сын. Это... Он также, скоро у него тоже появится магия крови и ладоги. И сейчас я покажу, как я наказываю своих хейтеров. Шьюха тупая. Шьюха тупая, Джекс не твой, он твой. Понимаю, типа такого, да? Или что? И у меня возникла идея. Подождите, еще одна вставочка. Не лучшая идея, потому что подцепить кошки с вами так все будет. Ну, на этом всем пока. Пока-пока-пока. Я пошла кормить своих детей. Да, она моя жена. Мы женаты уже 50 лет, сейчас мы вам докажем. Раздевайся. Я не буду раздеваться, потому что я не нравлюсь. И, кстати, простите за то, что другая рисунка. Просто ко мне помогали, но мне кажется, что я лучше всех в мире рисую. Потому что это правда. Все, я начинаю. Сейчас будет самый интересный момент. Ясно.
конечно. Ну ладно. Но я думаю, что на этом все. Всем пока.